Валентин Юдашкин собрал звезд на своем традиционном кутюрном показе. Дизайнер представил новую коллекцию вечерних нарядов в Кремлевском дворце. Первыми увидеть роскошные образы и поддержать кутюрье пришли его звездные друзья. Супруга модельера Марина Юдашкина и его дочь Галина наблюдали за происходящим на подиуме из первого ряда. Ведущими вечера выступили Николай Басков и Филипп Киркоров. Свои хиты исполнила певица Валерия. Она предстала в откровенном мини. Певица Глюкоза тоже подчеркнула свою фигуру провокационным мини-нарядом. Жасмин надела изысканное платье с рюшами. Отдельного внимания заслуживает элегантный наряд Алсу. Исполнительница хита иногда выступила в черном бархатном платье в пол с фигурным декольте. Платье выше всех похвал. Браво! Какое платье? Дива! Очень красивое платье и, конечно же, очень красивая наша Алсу. Офигенная! Красавица! Божественно прекрасно! Засыпали пользователи комплиментами звезду. Недавно Алсу в сексуальном платье потанцевала с Димой Биланом. Певицу назвали иконой стиля. Звезда вживую исполнила свои хиты.